Не могу с вами не согласиться. Наши отношения вне рамках проекта действительно иные. Видимо, Алёшеньке телевидение немножко сносит крышу. Конечно же, нет. На островах с этим попроще. Там есть очень офигительный сейшельский ром. Он прям вставляет от одного стакана. А на поляне, ну, вечеринки достаточно редко. Костюм покупала в Бершке, но таких там уже больше нет. Сама искала такую куртку, потому что на одном из лобных Лёша мне, к сожалению, ее порвал. Лёша меня очень сильно обидел, я попросила друзей, и мы удалили его Инстаграм безвозвратно. Но сейчас хакеры занимаются этим вопросом и пытаются его вернуть. Мне кажется, что если бы на проект вдруг перешел Рома Третьяков, то Анастасия стала бы встречаться с ним, потому что он бывший парень Ольги Бузовой, а она ее фанатка.